Ого! Прикольно. Так, хозяйственных работ крестьянина Лысого. Какие-то, посмотрите, еще остались свидетельства о рождении. Почему не забрали? О боже! Верстак! Карикатуры. О, смотрите, на новое даже еще осталось полотно тканое. Привет, друзья! Вы на канале Железный клад. Меня зовут Владимир, и сегодня мы снова добрались до одной заброшенной деревушки. Мы в Шабалинском районе сейчас ездим, Кировской области. Деревня совсем небольшая была, по-моему, 5 или 6 ли домов. Сколько-то домов уже разрушились совсем окончательно. Там вот у следующего дома уже крыша провалилась. А в деревне даже электричество еще есть, провода к домам подключены, но, к сожалению, уже в большинстве домов и окна высажены, и дверей уже нету. Перед входом стоит навой, передний от ткацкого станка кирзачи. Ограда уже разрушилась. Я так понял, то ли доски тут снимали, то ли крышу всю целиком. Да, в доме кавардак страшенный. Какой-то календарь. Так, какой год-то? Интересно. Узнаем, не узнаем. Непонятно. Так. Дом, конечно, не больно уже. Крепкий. Полы еле-еле держатся. О, да. Печка, видите, упала и, соответственно, потянула за собой все, что только возможно. Да, в самом доме уже кавардак. Но даже какие-то вещи остались, тарелки. Но идти туда опасно очень. К сожалению, сундук остался. Ух ты. Тоже какая-то посуда. Какие-то интересные чайнички. Даже с болтиками там. Так. Какой интересный. Это молочник, наверное. Склеенный. А чё он, неизвестно. Интересно. А это что такое? Ручка от чего-то. Да. Здесь клеть, наверное, была. Тоже еще какая-то часть вещей осталась. Крышечка от бидона. Куча газет набросана. Какая-то книжка. Кто-то ее, видимо, выложил. То ли читали, то ли сушили. Да, непонятно уже. Это шпора, что ли?
похоже на шпору самодельную. Так, что это за газета такая интересная? Круг чтения. Газета называется «Завтра». Июнь 1994 года. Русская элита. Да. Еще одна такая же газета 95-го года, уже на этот раз. Календарь, посмотрите, какой интересный. 1987 год. Решил я все-таки зайти в дом. Вроде еще крепенько, если ни за что особо не браться. Да. Тут явно верующий человек жил. Посмотрите, сколько календарей с иконами. Еще какая-то... Это, я так понял, поучение Владимиру Мономаху. Ух ты, интересно. Да, плакатов тут много. Какие-то интересные все. Тарелочки различные. Дулёва. Посуду тут, видимо, разбросали. Искали, может быть, что-то. Просто взяли и всё выкинули. Таблетки ещё. Ну, по всей видимости, пожилой человек здесь жил. Это церковь какая-то или что? Ух ты, с надписью. Так, управление местной промышленности Костромского облсполкома. Промышленный комбинат. Интересно, что это за здание такое? Ух ты, какая интересная плошка. Да. Ну, в доме, конечно, никаких традиционных русских изделий нет, но все больше советские. Тут, я так понял, подклеть была. Чуть не ушел. Тут много всего интересного. Болт для струбцины, походу. Да, такую вот я находил. Уже бутылочку. Качество только там было чуть-чуть получше. Это, по-моему, от прялки. Бобинки для ниток. Да. Это все сито были. Точнее, не сито, а решето огроменное. Нитни для ткацкого станка лежат. Одни еще висят на стенке. Так. Да. Интересно. О, корчага.
Ломаная, правда. Да, ломаная уже совсем. Лен. Много всего. Какая-то планшеточка интересная. По всей видимости, чтобы мелом на ней писать. Или что? Или это стекло? Ну, оно походу непрозрачное какое-то, интересное. Да, тут много запчастей для ткацкого станка. Да. Вот эти вот редко попадаются. Это чтобы нить не подвешивать. Не помню, как она называется, правда. Но их тут целых 3 штуки. Да. Ладно. Пойдемте сходим в другой домик. Значит, деревня. Ну так-то да, деревня здесь старая была. Скорее всего, дома, если и перестраивались, то ставили их на это же самое место. Ну и поэтому вещи оставляли, переносить их никуда не нужно было. Так и перетаскивали из одного дома в другой. Да. Ух ты. Лукошка прямо у входа стоит. Интересно. Так. Зайти в сам дом. О, да, клеть тоже покосилась. Полы уже. Ну, вроде держат. Да, из самого дома выехали. Интересно, везде, что в том доме, что в этом, вот тоже вторая печка стоит. Как-то интересно, у нас вот так не делали, но во многих домах я так встречаю. Ага, красный угол с иконами. Тут вот получается... Да, из дома выехали. Печечка интересная. Я бы сказал, даже очень интересная. Как-то необычно сложено. Ну, металлистов здесь вот еще не побывало. Еще даже листы железа лежат, уголки, все в печке не раздолбили. Так, а это что? Квитанция. Какая-то интересная. Так, ух ты. Кружечки железные. Да, раньше из таких молоко пил у бабушки. Так, сходить в клеть. Обычно в клети много всего остается. О, а это что? Фотография? Фотография собаки. Да. Мертвая бабочка. Да, интересненько, интересненько. Посмотрите-ка. Давайте сразу взглянем на него. Это ткацкий станок. Подразобранный, конечно. Видно, что оголовники все сняты.
Прялочка тут. Нитни, запчасти для него. Все в комплекте. Прялка большая. Да, интересно. Как-то его достали. Или что-то с ним делали. Ну, смотрите, на новое даже еще осталось полотно. Тканое. Интересно. Да, старинный. Хорошо сделан, качественно. Очень выпилен. Так, что тут еще есть? О, лукошечко еще. Какие-то реечки навалены. Непонятно для чего. Это штапик. Море штапика. Аккуратненько. Какая-то баночка интересная, прямо вижу вот ее. Мочалка внутри. А баночка это что такое? Из-под чая, наверное, из-под какого-нибудь. Ух ты! Чемоданчик какой! Таким, наверное, ездили куда-нибудь в пансионат в Крым. Большой, хороший. Тут спальное место сделано летнее специально. Какие-то палочки, интересно все. Да, ну немного тоже в доме осталось, но хотя бы что-то. Вилл еще деревянные. Так. На чердак тут уже не попасть, по всей видимости. Посмотрите, доски-то новые совсем. То бишь... За домом-то не так давно еще следили. Ну, по всей видимости, место здесь такое глуховатое. Наверное, поэтому и переехали. Да. Сейчас вот вышел на улицу и смотрю, что-то доски выпилены. Потом вспомнил, эти же доски покупают. Все ясно тогда, кто здесь был. И почему здесь вот все разобрано. И в соседнем доме тоже разобрано. По всей видимости, эти коллекционеры досок были. Они их покупают. Вот это вот именно черные доски, которые от времени почернели. И их на декор потом продают. Ну как декоративную доску. Так, а здесь у нас хлев был. По всей видимости... Смотрите, еще отдельно даже сруб подставляли. Какая-то штука интересная. О боже! Верстак! Ах! Ох ты! Какой он тяжелый! Верстак для работы по дереву. Струбцина тут была. Да, как раз вот в этом месте болт я находил. Тут она поджимала. Да. Второй раз вот я его всего нахожу. В основном. Ну, редко кто... Точнее, не редко делали, но куда вот они девались, почему я их не нахожу, вот это тоже довольно интересно.
По идее-то они бы должны попадаться. Ага, нож от литовки. Какие-то пилы интересные. Ну, это лучковая, скорее всего, конечно, была. Тут что-то с домом непонятное творится. То ли он как-то под укос стоял, то ли что. Почему так крыша начала проламываться, интересно. Ого! Прикольно. Кто-то себе панно такое сделал. О, бечевка. Коров пасти. Да, интересный домик. Ничего тут не понятно вообще. Да. Какая-то кормушка была сделана. Интересная. Тут, я так понял, хлев был. Да, хлев был. Вон там, вон корчага огроменная лежит. Правда, ломаная уже. Да. Так, попробовать. Не завалило бы тут. В следующем году крыша точно проломится. Точнее, этой зимой ее остатки. Ух ты! Лопата хлебная. Как весло. Какие-то помещения подсобные. Так. Сапоги резиновые, рваные. А это что такое? О, самодельная плетеночка. Интересно. Вкладыши от жвачки Человек-паук. Так. Лишь бы все это не рухнуло. Тут хоть глазиком бы глянуть. Ну и здесь практически ничего и не осталось. А вот в доме... Что, печка здесь пошла? А что печечка такая маленькая была? Интересно. Потолок вот еще держит сколько-то. А, наверное, печку-то перебрали просто. И из большой сделали маленькую. Ну, вроде крепко. Да. Здесь вот палати были. А здесь, скорее всего, стояла большая печь. И из нее, соответственно, потом переложили и сделали такую вот небольшую печечку. Да, красный угол остался. Ну, тоже вот в доме очень темно.
какие-то, посмотрите, еще остались свидетельства о рождении. Почему не забрали? Лысов Михаил Матвеевич. Родился 20.03.1942 года. А, это родители, получается, а сам Лысов Петр Михайлович. Да. Какие-то тетрадки интересные. Ные. Так, хозяйственных работ крестьянина Лысова. Интересно. Ноябрь, воскресенье. А, понял. Это дневники. 13-й, 14-й. 14-й, 15-й. Понял, он записывал, вел дневник. Ага. Понятно. Гороскоп. Да. Еще один дневник. Это что-то какая-то пластинка была сделана. Интересно. Да, интересно. Еще одна пластиночка. Мелодия. Ленинградский завод. С Новым годом. Так, это что? Справочник сельского электрика. Да. Тут еще какие-то даже вещи остались. Да. О, пробки. Интересная штукенция. Это что такое? Какая-то мордочка. Вот в 17-м году еще календари висели. Интересно. Да, по всей видимости, вот 17-й год был последним, когда в этом доме жили. Кухонька. И тоже, посмотрите, все обклеено. На... Да, интересный дом с очень интересными воротами. Было сделано вот в русском стиле, также с резьбой. Офигенно, солнышки вырезаны. Ну вот, дом наличниками не был украшен. Странно. Обычно украшали. Ручка. На воротины запирались, чтобы никто не мог войти. Интересно.
Ну, тут сразу видно, что много раз дом этот заделывали. Его много раз вскрывали и в конечном итоге просто перестали вешать замок. Ну, а сейчас уже дом в таком не самом лучшем виде. Ну, что-то еще осталось. Пила лучковая. Какое-то вот приспособление тут интересное висит. Не знаю, для чего это. Лавка огроменная. Ух ты! Интересно, а это для чего? Похоже на мотовилы, но вряд ли это мотовилы. Смотрите, была сделана дверь, и сверху то ли от наличника оторвано, прибили такую вот резную полосочку деревянную. Да. Интересно. Дом обклеен обоями, картоном. Чем попало вообще? Интересно, интересно. Смотрите, как сделано было перекрытие, чтобы оно не падало. Тут вот цепью даже было зафиксировано. Я так понял, здесь раньше были палати, и чтобы, наверное, подпорку не ставить, ее подвесили, получается, зацепили за потолок. Ух ты, интересно. Такая штукенция самодельная. Патрон, точнее гильза, 12 калибр. Так. Это вот как раз для струбцины, если не ошибаюсь. Выточка деревянная с резьбой. Дело рук компьютера, сборник зарубежной научной фантастики. Москва, издатель «Известия», 88-й год. «Границы могущества». Люблю фантастику. Посмотрим, что тут еще есть. Диксон. Так, понятно. Ничего интересного. Тоже была отдельно сделана печка, по всей видимости, для того, чтобы осенью подтапливать дом. А тут у нас что? Да, тут основная печь. Ну, тут кухня была. Хлебница советская. Ох, давно таких не видал. Еще даже рабочие. Да. Да, счетчик убран. Провода хотя бы тут срезаны. О, кто-то тут, по всей видимости, любил отдохнуть. Да. Ну, печечка обычная. Тоже интересно, была подпорка сделана. Да уж. Какая-то рамочка стоит интересная. Это, наверное, от зеркала. А может быть и не от зеркала. Да, печально. Так, что
что это за газетки. Это, наверное, Вятский край. С программой билет номер 6. Рисуночки. Да, молодежь. Билет номер 7. Химия. Что это какой? 8. Жиры. В каком классе жиры проходят? Формулы разборные. Наверное, 8 или 9. Не понять. Или понять. Так, открывайся. Библиеведение. Сонжиной или Ронжиной. Сонжиной, наверное, Светланы. Ну да, видно, что здесь вот карикатуры. Натумац. Да. Все тетрадки разукрашены. Интересно. Да. Ну, дети жили, конечно же, в этом доме. Во всех домах жили дети. Какая-то обувь еще. Сапоги. Ну, я бы не сказал, что как-то давно из этих домов выехали. Так-то они вполне неплохо сохранились. Хоть и крыши у них уже, конечно, провалились. Тут вообще вот с этим-то домом вообще какая-то беда. Потому что почему-то ограда упала очень быстро. Не понимаю, почему. Так, а здесь что такое было? Клеть, что ли? О, посмотрите-ка, какой телевизор. Что это за моделька? Интересно. А, в телевизорах я плохо понимаю. Так что пишите обязательно в комментариях, что это за телевизор такой был. Это от швейных машин поддоны. Да. Чайка, наверное, какая-нибудь. Точно не Зингер. О, двухкассетничек. С деками. Да, сейчас молодежи сказать, наверное, перемотай-ка кассетку. Посмотрят, как на дурака. Да. Ну, тоже дому не так долго осталось стоять. Ладно, друзья. Это был последний дом в деревне. На этом я видео заканчиваю. А вам всем привет от Владимира, от канала Железный клад. Ставьте лайки. Вот так вот. Но скоро зима, будут зимние видео выходить с походами. И пока!